Я действительно считаю, что за последние годы в стране культура содержательных дискуссий ведомствами и усилиями всяких корововых Соловьевых практически уничтожена. Это не дискуссии. Это все что угодно, только не содержательная дискуссия. В этом смысле то, что Дождь такую идею предложил, и то, что Алексей Анатольевич на нее согласился, мне кажется, абсолютно правильно. Мне кажется, очень надо как-то попытаться стандарт создать. Вот не в режиме «сам дурак», «нет, ты дурак», «нет, ты украл», «нет, ты украл». Но попытаться немножко в содержание, а не вот в это. По-моему, сегодня в целом это получилось, хотя, наверное, кого-то это расстроит. Кто-то ожидал мордобоя с криками. А есть такие места, где ожидали мордобоя с криками. Не получилось. Придется потерпеть. Вот ты.